Вы используете грибы и другие психоделики? Нет, не использую. Ни грибы, ни психоделики я ничего не использую. Я могу изменять сознание без грибов и психоделиков, чему и учу, собственно говоря, у себя на курсе. Здесь не нужно каких-то препаратов для того, чтобы изменить свое сознание. Я лежу, сплю на гвоздях. Это гвозди садху, доска садху с гвоздями. Я занимаюсь осознанными сновидениями. Я занимаюсь выходом из тела, я занимаюсь шаманским дыханием и шаманским погружением. Этого вполне достаточно для изменения сознания. Поэтому никаких грибов, ничего не нужно. А почему всегда же шаманы применяли? Это вы про психоделики? Ну, видите, вот у меня костюм висит, я не клоун, я не выступаю в костюме, он мне нужен только для работы. Поэтому мне не нужно ни психоделиков, ничего. У вас, наверное, ассоциируются шаманы, это что-то покурили, проживали и начали бесноваться с бубном. А нет, на самом деле это все не так. И я когда жил в Монголии, учился у шамана, там тоже не используют никаких психоделиков. По большому счету им это ни к чему. Вы можете с бубном пройти в другой мир, не принимая ничего. Эти практики всем известны. Это называется камлания. И абсолютно не нужно что-то нюхать, курить, не знаю, жевать. И что там еще обычно делают. Никаких проблем без каких-то грибов перейти в измененное состояние сознания. Абсолютно.